Поход в магазин должен быть максимально безопасным для покупателей, поэтому санитайзеры и маски при входе в торговые точки – обязательное условие. Соблюдают ли торговые центры города требования Роспотребнадзора, регулярно проверяют специалисты городской администрации и областного министерства промышленности и торговли. Это наличие масочного режима у продавцов, у сотрудников торговых объектов, наличие социальной разметки, наличие санитайзеров на входе, наличие рециркуляторов воздуха. С марта этого года только в Самаре провели более 1000 проверок, зафиксировали 330 нарушений. Составлены административные протоколы и направлены в суд. За нарушение требований Роспотребнадзора торговым центрам грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо вовсе приостановка деятельности. В торговых центрах очень большое скопление людей, и наша задача – это не штрафовать, а то, чтобы соблюдались требования, и самое главное, чтобы люди следили за своим здоровьем. Под пристальным вниманием проверяющих сейчас не только торговые центры. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции контролируют в общественном транспорте, кафе, кинотеатрах. Принятые профилактические меры дают положительный эффект, подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров. Главное не расслабляться. Эта работа по контролю, по убеждению людей, только и может приносить результаты. Первые результаты есть, их надо закреплять, считает глава региона. Самарцам напоминают, ответственность за нарушение масочного режима грозит не только юридическим, но и физическим лицам. При посещении общественных мест необходимо носить маски. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».